В шахматном клубе «Белая ладья» стартовало первенство города и района по классическим шахматам среди взрослых. Мероприятие это имеет большую историю, так как начало проводиться среди любителей этой игры задолго до открытия самой шахматной школы в Славянске на Кубани. Классические шахматы – это игра для сильных духом и выносливых людей, ведь каждая партия в них может длиться до полутора часов. По строгим правилам ФИДЕ шахматисту запрещено иметь при себе любые электронные устройства – часто отлучаться от стола и даже использовать при игре сразу две руки. Нарушения ведут к автоматическому поражению. Все эти и многие другие правила соблюдаются при любой игре в шахматы. Хорошо знают их и участники ежегодного личного первенства города и района. Все любители нашего города и района, которые изъявили желание поучаствовать в этом соревновании, имеющие первый разряд и выше. Сейчас у нас, к сожалению, турнир немножко стал малочисленный в связи с тем, что любителей не так стало много у нас в городе и районе, но у нас подключаются еще наши выпускники школ, которые здесь обучались ранее, и сейчас они тоже участвуют в этом соревновании. Предсказать победу в шахматах невозможно, ведь, как говорят шахматисты, на доске столько комбинаций, сколько звезд на небе. И тем не менее, в славянском турнире в последние годы есть неоспоримый лидер – преподаватель математики Павел Патрикеев. Он утверждает, что для шахматиста неважно, математический или гуманитарный у него склад ума. Шахматы развивают просто логическое мышление, размыслить на несколько ходов вперед. Это в жизни очень пригождается. То есть видеть не перед собой, а именно чуть-чуть наперед. То есть предполагать, как одни события на другие помогут повлиять. Победитель стартовавшего в Славянске турнира получит право представлять наш район на более крупных чемпионатах края и страны. В прошлом году благодаря этой победе действующий чемпион района Павел Патрикеев смог войти в топ-50 шахматистов России. В прошлом году съездил на чемпионат России по быстрым шахматам и блицу. Со звездами встретился, то есть всю жизнь об этом мечтал. Первенство района будет продолжаться на протяжении месяца. Еженедельно по субботам в «Белой ладье» шахматисты будут выявлять сильнейшего. А победитель будет определен в конце февраля. Мария Климова, Александр Косицын, программа «События».